Друзья, всем привет! С вами Виктория и канал Кулинарим. И сегодня мы будем готовить салат с крабовыми палочками по-новому. Салатик не совсем обычный в приготовлении, но получается очень вкусный, готовится из доступных продуктов и будет шикарно смотреться на вашем праздничном новогоднем столе. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали, жмите на колокольчик и давайте же скорее готовить! Для начала отварим 4 яйца. Для того, чтобы яйца легко очищались, я добавляю в кипящую воду 1/2 чайной ложечки соли. Затем на мелкой терке натираем 150 грамм твердого сыра. Два яйца разделяем на белки и желтки. И натираем на средней терке желтки и 2 яйца. Смешиваем 4 столовые ложки майонеза с 2 зубчиками чеснока. Хорошо перемешиваем. Как вариант, вместо майонеза можно использовать греческий йогурт или жирную сметану. В мисочке смешиваем натертый сыр, яйца и заправляем майонезом с чесноком. И все тщательно перемешиваем. И теперь нашу смесь нужно посолить. Поперчить. По желанию, если получилось немного густовато, можно добавить еще 1-2 столовые ложечки майонеза, греческого йогурта или сметаны. И занимаемся крабовыми палочками. Каждую крабовую палочку нужно вот так развернуть. Собираем наш салат. Выкладываем первый слой и смазываем подготовленной намазкой. И выкладываем следующий слой крабовых палочек. Получается такой как бы закусочный тортик. И опять смазываем подготовленной намазкой. И опять крабовые палочки и намазка. И так поступаем до самого конца, пока не кончатся крабовые палочки. По бокам салатик можно слегка смазать майонезом. Посмотрите, как красиво уже получилось. Просматриваются слои. И сверху салатик посыпаем натертыми белками. И в таком виде убираем салат в холодильник хотя бы на 1-2 часа. Хорошо пропитаться. Давайте же отрежем кусочек и посмотрим, какой салат получился внутри. Посмотрите, как красиво получилось. Обязательно приготовьте и попробуйте. Я немного попробовала, получилось очень-очень вкусно. Всем желаю приятного аппетита. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Пользуясь моментом, хочу поздравить всех с наступающими праздниками. Всего вам самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.